Всем привет! Из Киева, столица Украины. И здесь я около Андреевского спуска, около этой замечательной скульптуры. Алла Хвастова и Проня Прокопьевна. Да-да, это два персонажа из замечательного фильма «За двумя зайцами». Почему «За двумя зайцами»? Тут нету двух зайцев. Между прочим, этот замечательный артист, очень известный из этого фильма «За двумя зайцами», он бежал за двумя зайцами, за двумя невестами. За Проней Прокопьевной, которая немножко была богатенькой, из семьи Сирко, и за красавицей, не помню, как ее уже зовут, но поэтому он получил отворот-поворот. Но вот здесь он как раз просит руки Прони Прокопьевны Сирко, но Голохвастов, несмотря на всю его красоту, на его обаяние, получает отворот-поворот. Если вы хотите это увидеть, приходите сюда, на Андреевский спуск, и, между прочим, вы еще увидите здесь вот эту замечательную картиночку вот этого жука Лукануса Цервуса, вот этого замечательного жука-рогача. Но это уже маленькая забава скульптора. Так что всем привет от Андреевского спуска с Киева, столицы Украины. Ставьте лайки. Пока.